Ржевский Кирилл представляет. Ну что же, приветствую всех, с вами Кирилл Ржевский и... И Паша, всем привет. Да, и мальчик Пасанючек. Дурака. Да, мы сегодня играем в подкидного дурака онлайн, и это уже вторая серия. Да, ребята, серия вторая вышла аж год спустя, потому что как бы не было желания, не было, так сказать, свободного времени, чтобы записывать... дурака, потому что как бы я работал много над прохождениями, там с новыми шутками, с новыми там озвучками и все прочее. И сейчас вот выдалось свободное время, я тут решил с Пашендием, ради которого я записывал свои прежние видео, в общем, поиграть с ним в дурака. Ну что же, это новый подкидной дурак, то есть как бы он уже давно есть, но на моем канале это новый подкидной дурак. Старый дурак я записывал вообще другое приложение в ВК. Этот дурак тоже есть в ВК, подкидной дурак турнир, те, кто хочет, могут скачать, у кого андроиды, могут скачать его на Google Play Market. Play Market скачайте, отдельное приложение есть подкидной дурак, есть переводной дурак. Сегодня будем делать такой небольшой обзорчик и сами поиграем с Пашендием, мы в подкидного дурака. В следующей же серии мы поиграем в переводного дурака. Думаю, те, кто когда-то играли в дурака или играют, знают, что такое переводной и подкидной. Я отдельно вам объяснять это, собственно говоря, не буду. Это все. Ну что ж, это приложение отличается тем своей многофункциональностью. Тут как бы больше возможностей, но тут есть один небольшой минус. Так, у нас тут чаечек. Горячий. Да, здесь нет чата. То есть как будто есть отдельно чат. Но есть отдельные слова, да, есть, да, отдельные слова, которые можно, да, нажимать, и они будут выводиться. Но чтобы ты что-то хочешь сам написать, то делать нельзя. Также есть смайлики. Это печаль. Смайлики твоего настроения ты можешь также присылать. И, собственно, сейчас мы все это вам покажем. Но сначала я играю со своей новой страницы, но не буду разглашать. Я играю сейчас в ВК, но сделал на весь экран. И вам сейчас видно это приложение на весь экран. В общем, еще раз говорю, называется подкидной дурак турнир. Просто вводите в Google Play Market и скачивайте. Если же вы на компьютере хотите поиграть, то просто заходите в ВК на свою страницу и находите это приложение в ВК. Ну а мы, собственно, начнем. Значит, мы сейчас заберем бонус. Тут каждый вход в игру вам дают бонус. Определенное количество 20к. Когда вы наберете все три вот эти вот столбца, то у вас откроется мега-бонус, который состоит из 100 тысяч, 150 тысяч, 170 тысяч и 250 тысяч. Вы будете крутить такую небольшую рулеточку, и если вам повезет, вам попадется 250 тысяч. Мне везло всего лишь один раз. Также есть обычный дневной бонус. С каждым входом он достигает 30к, и 30к это максимальный бонус, то есть вы забираете. Сейчас у меня пока 6к, у меня есть своя, как бы сказать, свой аккаунт, я там уже много кубков набрал. Тут можно играть в турниры по городам. Это Волгоград, можно играть в Самару, но мне еще не открыто. Можно играть в Казань, в Сочи, в Москву, и каждый турнир стоит определенного взноса. Так, вот, допустим, Волгоград, он стоит всего лишь 20к. И, собственно, вы зарабатываете 60к, если вы придете первым. А Самара уже больше взнос, 60к уже. Потом Казань еще больше и так далее. Собственно, здесь также простая игра. Можно выбрать, со скольки вы игроками хотите играть. Либо с тремя, либо с четырьмя. Вот я выбрал с четырьмя, и сейчас на примере покажу вам, как вообще все это происходит. А потом покажу вам турниры именно по городам, как происходят они. Извиняюсь за такое большое разглагольство, но нужно было все объяснить. Все, мы начинаем игру. Буду играть я, будет играть мальчик по Шенди. Собственно, вот у нас появляются люди. Да, покажи мастер-класс. Уделай все эти. Да. Ну, надеюсь, что у нас получится. Так, я тут захватил, в общем, с собой вот такие небольшие бутербродики, чтобы... У меня карты не видно. Все. Надо было просто на весь экран растянуть. Подкидываем, да? Ну, собственно, я не буду объяснять вам правила дурака. Думаю, те, кто играл, те знают. Это потому, что это еще больше времени займет. Теперь просто играем. Пашенди, что ты думаешь вообще об этом, обо всем? Очень. Мне нравится положение.
Жалко, что тебя в одном не объединили, переводного с Кидного Дурака. Кстати, да, в натуре могли бы, в принципе, в одном приложении объединить, они сделали два отдельных приложения. К чему вообще? Я не понимаю. Так, ну что же. В общем, играем либо с четырьмя, либо с тремя игроками. Можно, конечно, играть с двумя, то есть вы и ваш соперник, но это если вы добавите его в друзья и отдельно пригласите за стол. Так, ну что же, вот. Анна какая-то... Что-то долго думает. Какая-то Анна, какая-то Оленька и какая-то Юля. Какой-то Майкл. Ну это у меня страничка. Как называется? Я просто сейчас на свой не захожу. Не факт, что я выиграю, но все может быть. Ну, собственно, мы играем не ради выигрыша, мы играем ради того, чтобы просто вам показать это приложение. Как от тебя идет, смотри. Да. Масть, масть, масть и в масть. Ты сказал масть. Если я, ребята, буду проигрывать, вы не смеетесь, потому что как бы все проигрывают. Ну, конечно, они бы все козырей себе понабрали, понахватали козырей. Раз. Чистый рандом. Да. Ну, я буду по одной ходить. Беру. Я могу, я кстати, могу выиграть. Я, кстати, выиграть могу. Может, просто не вообще карты. Сейчас будет еще. Хрен. Да. Тихо. Спасибо. А у него могут быть какие-то карты. Сейчас все. Эта девятка тоже наберет. Походу на бубне любит. Да. Может мы еще выиграем? О, блин. Сейчас укинется неплохо. Значит, у него был валет. Это хреново. Да. Они без тебя вышли, Кирилл. Да. Ладно, теперь... сыграем еще разочек, и потом будем уже играть в турнир, собственно. Турнир просто разминка такая, да, Кирилл? Просто? Да, просто разминка. Ну, и что хочу вам, ребята, сказать по поводу всего этого вот. По поводу всего этого турнира. Турнира вообще игры. Если вы думаете, то, что вы такой идеальный игрок, и вы никогда не будете проигрывать, забудьте вообще об этом, потому что тут карты раздаются полностью в рандоме. Один день вам может везти, и вы будете думать, что вы просто пуп земли, блядь. А другой день вам может вообще не везти, и вы думаете, что же мне не везет? Я же и первый раз, и второй раз сыграл. Вы не думаете то, что, ой, мне не везет, потому что я играть не умею. Нет. Потому что просто так карты раздает компьютер. Он сам решает, кто выиграет, а кто нет. Зависит от карт? Да, зависит от карт. И от тебя. Я скажу вам так, ребята, от себя. Здесь игра зависит, дурак вообще, от чего зависит эта игра? Зависит 30% вашего знания, как вы умеете в нее играть, и 70% от везения карт. Вот что я хочу сказать. И в итоге получается 100%. Потому что я в индустрии этих всех карт давно, мы вон с Пашендием часто играем, да, Пашенди у него дома? Так оно и есть. Ну да. Ты мне все время всираешь, Кирилл. Ну всегда. Да, очень смешно. Что ты мне сделаешь? Блин, у тебя козырей нет, что за хрень? Как ты видишь? Я же говорю, день бывает, когда везет, день бывает, когда не везет. Сашки, хочется молиться. Не в прямом смысле, конечно. Это плохо. Но сейчас будут ходить уже под меня. Ну хоть туза сразу, то хорошо. Вот это подарок. Какая щедрость. Да, то есть, короче, она отобьется, будет ходить под нее, она отобьется, я буду ходить. Чисто автоматически. Давай. Пускай она сейчас отобьется. Не, пускай лучше возьмет. Валет? Валет. Ну вот, тут что-то уже. Да, карта так обещается, как всегда. Сейчас буду задавать. Нет. Красава. Ну что же, один раз проиграли, один раз выиграли. Ну что же, неплохо для начала. Выходим. Человек теперь... стабильность. Поздравляю. Да.
А теперь мы, ребята, с вами... Что еще забыл вам сказать? Значит, бонус появляется через определенное количество времени. Значит, чтобы открыть... Хватит уже, а? Саня. Что-то неприлично. Ты позболел. Значит, чтобы открыть другие турниры, которые здесь даны, вам нужно дойти до определенного уровня и набрать определенное количество здесь виртуальных денег. Так что если родители будут говорить, типа, не играй на деньги, а вы так и скажите, на деньги играть плохо, но тут-то, блядь, виртуальные деньги, поэтому... Все, значит, мы играем... Будет триллион. Да, у нас есть 75 тысяч, мы играем... Бросаем 20к во взнос и играем в турнир Волгоград. Значит, турнир состоит из двух таких подглав. Первая подглава — это отборочный турнир, вы его проходите полностью. И когда вы прошли отборочный турнир, вы играете в финале. И когда вы финал прошли, вы выигрываете одну из вот этих вот пяти побед. Одну из пяти побед. Когда вы наберете все 5 побед во всех турнирах, во всех во всем турнире Волгограда, вы получите кубок. Кубок. А это очень кубок, сложно. Да, это очень сложно и очень долго. Это зависит от везения. Нужно выиграть 2 раза подряд, получается. 5 раз, да, 5 раз подряд. Да, 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 2 Нет, раза 2 подряд. Раз подряд, да, чтобы одну победу. Чтобы получить одну победу из 5. Так. Все, мы начинаем играть. И когда вы получили одну победу, вы можете получить еще второй кубок Волгограда. И так очень много кубков до бесконечности практически можно получить. Вы играете с 4 игроками. Суть состоит в том, что вы выигрываете сначала один игрок, он проигрывает, убывает. Вы играете с 3. Потом третий выбывает, вы играете уже с одним игроком. И так остается только один. В общем, те, кто знает это приложение, те меня понимают, о чем я сейчас говорю. Так что, ребята, я сейчас очень сильно волнуюсь, потому что нет ни одного козыря. И вторым, кстати, тоже, потому что вы проиграете. И третьим тоже. Третьим, если вы проиграете, то вы как бы ничего не выиграете и ничего не потеряете. Так что, ребята, будьте бдительны и надейтесь на удачу. И на ваше знание игры. Это в первую очередь. И на этих лохов тоже, чтобы они фигово играли. У них уже кубки что есть, уже примерно выходит. Ну да. Ну. О, у меня 2 козыря. И рака слишком быстро это идет. Да. В принципе, так она и должна быть. В общем, все. Я тут себя Майклом назвал. Ну, потому что у меня страница Майкл называется, поэтому как бы... Я же через ВК играю. Не знаю, рискованно давать. Думаешь, заберет? Наверное, нет, рискованно. Мне кажется, надо было дать, хотя. А, ну ладно. Тогда все надо. Ты в шоколаде. Еще, ребята, самое главное забыл вам сказать. О, СПСЭ помог. Тот мне комментарий написал. Наверное, в каком-то видеоуроке кому-то я помог. В общем, ребята, чего вы должны здесь бояться? Это ничьи. Потому что если у вас происходит у четверых ничья, то вы начинаете игру заново. Вы думаете, ну я выбыл, все, все нормально, все, заебись. Ничья, и приходится играть заново. Я же еле выиграл, тебе заново все переиграть. Последняя рука дурака. Да. Какая ничья? Ну вот так вот. Ну думаю, ничья, знали, что думаю, в данный момент ничьи не должно быть. Короче, если у вас будет ничья у четверых, то вы переигрываете заново весь турнир. Так что, ребята, бойтесь ничьи. Если вы играете с другом в реальной жизни, то ничьи не бойтесь. Если вы в этом турнире играете, то бойтесь ничьи. Потому что вам придется заново переигрывать. Ну что же, мы играем дальше. В смысле? Отбивайся! А. Он пошутил. Пошутил. Не шутил. Шутник, Петросян. Все. Один игрок выбыл, теперь у нас осталось 3. У нас было 3, как в песне Ивана Дорна, да? Так, отлично. У нас, в принципе, карты заебись. Прям как Сипанова. Да. Сейчас, в общем, я выиграю, и в турнир сыграет мальчик по Шенди. И посмотрим, кто там что сделает. Ладно, ладно, все. Беру. Бери.
На карта вообще офигенная. На царе все масти, и черви, и крест, и бубен. Невозможно просто проиграть. Хотя кто его знает? Поверь, возможно. Короче, ребята, вот так вот мы сами на расслабончике проходим. Я туда. Угу. Я не хочу с тузами расставаться. Ну дурак как по тебе будет ходить. А, я мог бы туза сейчас отдать, а мне какое-нибудь говно бы тут отсюда слезло бы и попалось. Лучше уж тузы, чем. А, ну ты как все правильно сделал. Это ж правильно. Паша, я говорю, 30% знаний, 70% везения. Это просто сейчас невозможно мне проиграть. Ну теперь тоже точно. Не, ну если дадут мне пикового туза, то возможно. А это долбоячий сейчас не река. Они не кинут это. Кину с ней, понимаешь? У них же козырей нет, они же бомжи. А ты это насосал, короче? Ну да. Вот так, что, он записывает? А, вот записывается. Ну, хоть нет, теперь видео вообще сегодня. Ну, не считая первого раза, когда я играл обычную игру. Все, осталось последний раз тащить. Ты почти да. Замуковать. Этого чувака, короче, выиграем? Нет, даму это выиграем. Нет. Ну как же мне это бесит? Ну, числа в находке ничего. Ну это меня и бесит. Хрен поймёт, что лопатка Трансвестит. Ладно. Может, так. Его девушка, Кирилл, как ты можешь? Ну же не знаю. Я знаю. Что, проверял? Да. Думаешь забрать? Нет, уже поздно. Теперь уже нет. Ничего страшного. Невелика беда потери. Кажется, надо было забрать схем. Ты такое получил. Гамма, что ж не надо. Эти могут только потираться и все. Туз мое спасение. Думаю взять? Я возьму. Ну что, нужно было набить. Да, это по-любому забирать. Три туза. Ну да. Кстати, могу пригодиться. Специально, блядь, тварь кидает. Нет, играть шкура. Там посмотрим, кто тут из нас умеет играть. Ох, я туда кину, краса. Чё? Да, туда не туда. Мне кажется, мы... Ладно. Сейчас тебе его обратно кинуть, чем ты добьешься? Пускай обратно кидай, будем меняться. В волейболе будем перекидываться друг с другом. В принципе, не факт. Да ну, я проиграю. У него валет, даму понабрал, блядь, козыри и радость сидит. Да, и две дамы. Проиграл. И две дамы. Два пикового... туза твоих. Ты что, забыл? Ну да. Точно. Если говорить, не надо было, давай. Ну ничего, зато мы ничего не выиграли, ничего не проиграли. В принципе, нормально. Так что, Паша, не, ну чё, давай. Чё? Сейчас будет играть мальчик-пацанючек, собственно. Да, я тут допью свой чай. И Паша, если ты проиграешь, то я заставлю меня кое-что делать. Ладно, шучу. Ладно, если ты проиграешь, то ничего не будет. Просто, короче, я на тебя надеюсь. Понеслась, душа, в рай. Понеслась. Ту-ту-ту-ту-ту. Мальчик. Так, нить. Да ладно, все. Вникай меня. Так. О, неплохие карты. Артём, мне льют. Артём, пойдём на срёв. Да ну, ладно. Тебя пускай бить будет. Ты, да ладно. Ты дур... Да, да, бита, да. Он туза даму потратил, блядь, нет, так вообще хорошо. То есть, по сути, из сильных карт остались только валет и король. У тебя валет, у кого-то король остался, да? Остался еще не туз захватить. Это был сюшик туз. Туз выбыл только что. Да? Он тузом отбил свои дамы. Чё? Тупишь? Не давай. Хотя давай. Он под меня будет ходить. Я ему кину. Пускай это понервничает. Пики, карты, стыки. Так, валет. Валет. Сделай мне. Если ты проиграешь, то ты сам будешь валет. Нет. Кстати, если ты выиграешь, я тебе миллион. Пиздюлей. Да.
Это если проиграешь. Ну, блядь, по-любому лучше. Пожалуйста, в масти, просто я тебя умоляю, да. Артём, пожалуйста, ты не бежал, я тебя не бил в детстве, ну пожалуйста. Бежал в детстве. Артём, ты лучший лох! Артём, пойдём посрём. Отлично, отлично, принял. Эти лохи так ведь не умеют. И даже сру больше раз, чем они выиграли. Ладно. Шутки шутками, но... Я даже спасибо вообще должен сказать. Чё, мужик, красава! Крести, дурак не на месте, не считай меня. Да. А ты ходишь в их нечислых. Ладно, ты ж победил. Ты выиграй сначала. Хотя второе место занял, а не третье. Ты хлоп. Ничего. Я сейчас тоже дойду до этого места, надеюсь. Да. Угу. Замечательно, Ольга. Как говорится, надежда умирает последней. Отлично. Ну, ребята, кстати, хочу вам сказать, что... Как бы, видео будут... Лучше отбивайся. Видео, ребята, теперь будут с дураком выходить почаще, только по выходным. Только по выходным, еще 12 карт. По выходным, потому что ко мне по Шенди не часто ездит, а я хочу только с ним записывать. Ну, может, ты сам будешь записывать. Живешь, конечно. Ну да. Поэтому видео будет... ехать, 30 рублей тратить. Видео будет выходить... Так кто как тебе приезжать? Слушай, блядь. Короче, видео будет выходить там не как раньше раз в год, как вот это видео, а уже почаще уже. В общем, ребята, что хочу сказать по поводу того приложения, в котором я был, в котором я записывал первую свою часть подкидного дурака. Значит, пользователя, который создал это приложение, его заблокировали, поэтому само приложение не работает, поскольку пользователь, создавший это приложение, забанен. Поэтому как бы я записываю вот это приложение. Все же логично. Да, самое классное приложение. Ну да, жалко, оно классное было тем, что можно было чат вообще писать. Хотя, может, сейчас его уже разблокировали, я, в принципе, давно не заходил, ну, не знаю. Ну чё, Лёха, поиграем? Жесткая дерзкая, а? Ну-ка, на, держи. Типа, панч, типа, подбородок. Ты козырнул, вот так. На, сейчас я кину. На. Ты слышишь? Стой! А, там шейку. Зачем? Как я тупанул, походу. Зачем? Хотя бы третье место, бронза. Третье место, у тебя отняли все равно деньги. Ну ладно, это Волгоградов. Куда еще? Азочек сейчас сыграет. Да какой наш Азочек? Все. А что? Все, давай заканчивай. Да? Ну ладно, последний. Ну ты, молодец. Ладно, сынок, давай, все. Батя тебе разрешает. Спасибо, батя. Кстати, ребята, есть такие сосиски, называются Папа Может. Ты слышишь? По мне... По мне, так лучше название не «Папа может», а «Батя может», лучше так назвать. Батя может все, что угодно, батя может, батя может. Потому что «Папа может» — это как-то несерьезно. Лучше «Батя может». Бути у него. Да. Надежда. Надежда, дай ты мне надежду выиграть. Надежда — это же мои курсы, когда я хожу, надежда. Здравствуй, Надежда! Слышь, что такой дерзкий, а, Олег? Ну, слушай меня. Здравствуй, Надежда! Надежда Львовна? Ой, извините. Чё-то, походу, скажешь мне до хрена. Я вскрою бы слишком. Подкинешь, будешь лохом положить. А, подкинулся лох положить. Так ему мод подкидывает ещё. Ну, просто я же его и попросил. Мы же попросили, не подкидывать. Как ты задрал меня? Сейчас надеюсь. Будет дама подкидывать в новую. Нет. Да. Спорим. Олег, ты чё? Я же тебе сказал. Ах, ты... Лучше забери. Ладно, у Максима тоже много карт. Что? Повоюю с ним здесь. Да, Максимыш? Представь этот смайлик. Этот, который радостный. Типа как ангел летает. Чё тут радостно? Ну если, просто. Если все равен. Вот я выиграю, может, когда можно поставить.
Почему? Нет. Иди отсюда. Что твоей маме, пожалуйста, что занимаешься? Твоей маме, пожалуйста, чем ты занимаешься, да? В карты играет, а это считай азартно. Ты все нормально, наоборот, видишь, что ты свои лядечные карты тратишь. Ну да, да, это. Да по одной ходи. Может, закинуть несколько? Да нет. Хотя ладно, ладно, такой нет. Чтобы этот, короче, собьется и все, и бита. А, точно. Сейчас этот будет ходить под него, он отобьется. И ты будешь. Вот ты ходи с десяток. Я тебе советую с десяток лучше. Ладно, на десяток. Это может... Да, да, отлично, все надежды, что ты можешь. Сейчас тузы потратятся. Тупые. Ой, я знаю их все, вот эти вот их лазейки, все вот эти вот куда-то сейчас самануть. Напряженный момент. Ой, не нравится мне. Он, видишь, нравится. Ты девятка приходит. Спасибо, Валь. Сейчас будет. Как мне тогда глаза релиз. Спасибо тебе, Максим. Сейчас лучше не делай ничего, ладно. Да, мадам он делает. Ах ты. Придется отбиться. Придется отбиться. Ну, а что делать? Да, сильно лучше кинуть. Не слабо лучше кинуть. А, все походит с вами. Ну, это зависит от мастера. Максим, дай мне шанс. Да тебе по-любому. Да тебе по-любому биться придется. Три туза. Надо было тебе вольта кидать. Максим, ты красава! У тебя есть надежда, мальчик. Надежда. У тебя ничья. Отдал мне надежду. Надежда? Видишь, все-таки везет. Да. Ема мне. Кому как? Шо, отсюда. Бесит. Мне так повезло. Бери. Туза тратит на какую-то вшивую, блядь, восьмерку. А босс, он, я бы сказал, бесконечная красивая карта. Давай, Максим, кидай. Ой, отлично, сейчас это кидаем. Надежда тупой. Ну, ладно. Тихо, не говори, потому что там сидит королева. Да лучше не кидай. У тебя один туз. Ну, она заберет. Ну, ждай. Давай. Я рискну. Жизнь без риска, это не жизнь. Блин, я тебе сказал, не кидай. Да ладно. Максим, спаси меня. О чем думает? Максим. Интернет тупит. Да мозг не тупит. Спасибо. Все, пожалуйста. Может не кидать мне дебильные обосранные карты? И эту тоже убери отсюда. Щенок не мог. Да в смысле, слышь? Ты мухлюешь. Я батя твоему, пожалуйста, понятно тебе? Ремня сыт по самой некуда. И что мне делать? Так, подожди, что у него? Вспоминай быстро. Я не знаю. Чего он злится? Не король точно. Он специально это сделал. Ну да. Че тут свои лица, слушай, иди. На, давай ту займ. Я мамки твоей, пожалуйста. Все. Ну там. Мы заработали. Время. Что меняться. Мы, короче, с вами, ребята, заработали 5-й уровень. И у нас открылся. Новый турнир Самара. Но Самара мы с вами не поиграем по двум причинам. Первая причина, потому что я уже видео уже заканчиваю. Вторая причина, то что, блядь, там нужно 60к взнос, а мне, блядь, только 35. Логично. Извини, Кирилл, я старался. Вот. Ну как-то в следующий раз буду один. Да ты, Лёх, под дуло, блядь, ножа. Ружья. Гирский тип. Ладно, все, тихо, все. В общем, ребята, мы тут с вами играли в подкидного дурака, вторая часть. В общем, если вам понравилось это приложение. И если по какой-то либо причине вы хотите его скачать и не можете его найти, то пишите в комментариях, я оставлю ссылку тогда. В общем, вообще пишите в комментариях вообще, как вообще это приложение, кто не знает. И как вообще, комментируйте, как мы сыграли с Пашендем, пацанючком, как вообще, что вообще было. В общем, понравилось вам, не понравилось, также подписывайтесь. И ты, Дима, если сейчас смотришь это видео, тоже комментируй, как тебе вообще.
В общем, все, ребята, мы на этом конец. Увидимся в третьей части. Я попытаюсь, наверное, на следующих выходных ее записать вместе с Пашеньем. Либо с Димычем, как получится. Но, скорее всего, с Пашеньем, потому что эта рубрика больше с Пашеньем. В общем, все. Да. А ты че, Дима, на... Ну да. В общем, все, с вами был Кирилл Жевский и с вами был Пашеньи Пацанюч. Ну все, ну, попрощайся, мальчик, Пашеньи. Всем пока, играйте с друзьями, веселитесь. Веселитесь и... не проявляйтесь. И не ебись. Ладно, шучу. Все. Старайтесь. В общем, всем удачи и всем пока, ребята. Мы в следующей серии поиграем либо в подкидного дурака, либо продолжим с вами, поиграем в турнир в Самару или что-то, либо еще. В общем, все, ребята, ну, увидимся. Подкидного, конечно. Да, увидимся, и как бы на этом это все не заканчивается. Будут такие большие видосики. В общем, все. Удачи всем, всем пока, до скорых встреч на канале. Ну что же, приветствую всех, с вами Кирилл Жевский, а также с вами... Паша, и мы проходим сегодня GTA Online, подкидного. Ты дурак? Дурака подкидного. Ну, а я что сказал? Ты сказал GTA Online. Я тебе сказал. Ты сказал GTA Online. Че ты, блин, творишь? Это честно, GTA. Ты дурак? Все, я понял, дурака.